В Азербайджане отметили праздник вина впервые за многие годы. На фестивале винной винограда в Шамахи состоялась презентация высококачественных красных столовых вин. Мероприятие проходит в селе Мейсари Шамахинского района второй раз. Фестиваль нацелен на демонстрацию достижений виноделия в Азербайджане, повышение экспортного потенциала винной продукции, ознакомление с историей виноградарства в нашей стране. Второй фестиваль вина и винограда собрал многочисленных гостей и участников в селе Мейсари Шамахинского района. Место проведения мероприятия не случайное. Именно в Мейсари находится виноградарско-винодельческий комплекс «Ширванские вина», который за короткий срок внес весомый вклад в развитие винного туризма в Азербайджане. Особым моментом фестиваля стала презентация вина, полученного из сорта винограда «Хындогны», выращенного в освобожденном Карабахе. В советское время «Хындогны» был наиболее популярным сортом винограда. На его долю приходилось более 4% всего производства. Вино, полученное из сорта «Хындогны», пока не поступило в свободную продажу. Его в основном планируется экспортировать. Пока произведено всего лишь 2000 литров вина. Кстати, на родине «Хындогны», в селе Тук Джавенского района, входящего в Карабахский регион Азербайджана, создан заповедник при Госагентстве по туризму. Там уже построен завод, туристический информационный центр, действует дегустационный зал. Так что традиции виноделия, уходящие корнями вглубь веков, в сочетании с новыми технологическими возможностями, дают новую жизнь легендарным карабахским винам. Недавно вернулся в Азербайджан карабахский сорт, он называется «Хындогны». Он испокон веков рос только в Карабахе и последние 30 лет был, к сожалению, оккупирован, но в 2020 году к нам вернулся наш «Хындогны». Азербайджан богат различными сортами винограда, производящимися исключительно на его территории. В стране наблюдается 9 из 11 существующих на планете климатических поясов. И эта уникальная особенность открывает перед виноделами широкие возможности для проведения экспериментов с сортами. Именно это объясняет то, что в Азербайджане насчитывается более 300 автохтонных сортов винограда. Винные традиции Азербайджана насчитывают более 5000 лет, поэтому можно быть уверенным, здесь знают толк виноделия. В последнее время страна становится все более популярной в этом направлении. Целители благородного вина ждут павильоны местных производителей вин и мастер-классы от сомелье и виноделов. А в местных магазинах можно приобрести азербайджанское вино и интересные сувениры. Проведение второго винного фестиваля в Шамахи любители вина ждали с большим интересом. Привлекательным его сделали еще и интересная музыкальная программа и различные развлечения. Заводы по переработке винограда и производству вина из разных регионов Азербайджана представили различные виды вин из местных и зарубежных сортов винограда. Территорию комплекса «Ширванские вина» разделили на специальные зоны – выставочную, развлекательную, детскую, пикниковую и сувенирную, а также установили павильоны для дегустации вина и различных блюд. Посетители получили возможность продегустировать винную продукцию азербайджанских производителей, а также и других стран. Это не впервые, когда я участвую на винном фестивале, и я сама любитель, большой ценитель вина. Для меня, я считаю, что это очень круто, и хотелось бы, чтобы вообще винный бизнес в Азербайджане еще больше развивался. Вы, как вы видите, здесь очень много разных сортов вин. Я думаю, что у нашего виноделия большое будущее. Многие туристы, которые приезжают в Азербайджан, они даже не ожидают, они бывают очень приятно удивлены тому, что у нас такие вина прекрасные. Мы второй раз участвуем в фестивале винограда и вина в Шамахе. Для нас это очень волнительно. Мы рады представлять наши вина на этом фестивале. Для нас это прекрасная возможность. Государственное агентство по туризму продвигает винный туризм Азербайджана, принимая во внимание наличие международно признанных местных сортов винограда и винных сортов. Сохранение древних традиций виноделия на западных, северных и северо-западных туристических маршрутах, в том числе в поселке Тук Джавенского района, является одним из основных направлений развития этого вида туризма в Азербайджане.